последний сегодняшний участник. Дана Сидорс. Ну, недолго вам осталось. Смотри, говорю. Роем ямку. В нее обертку или фольгу. Сверху перо, монету, мелкое что-то. Или бусину, все коробки ими забиты. Или камушек подбери здесь, на берегу. Закрываешь стеклом, присыпаешь сверху песком, чтобы выглядело, как будто его здесь нет. Получился секрет, поняла? Наш с тобой секрет. Помни, где он зарыт. На Мите Лисницке. Хмурится. Водит пальцы по грязной коленке. Не понимаю, папа, зачем все это? Вечно с ней вот так. И попробую не дать ответа. Вспоминаю что-то. Говорю, понимаешь, Ленка, фантики умирают, когда их снимают с конфет. Мы должны их похоронить. Если сделать все как положено, то они превращаются в мотыльков и летят на свет. Она кивает. Идет собирать ракушки и камни. Я устрою ответ. Умирающий в шутку едва ли всерьез воскреснет. И в Москве тоже можно жить, будто спать в гробу. Отходящий под утро ко сну получает песню про болотных людей, обещания и судьбу. Как беспечный царек обещал водяному сыну, потому что еще нерожденных не берегут. Как потом этот нежный мальчик входил в трясину, крестик, нож и рубаху оставив на берегу. Понимал, погрузившись по грудь, что не будет торга, просто будет у бога топи еще один вечно юный безмолвный пасынок в толще торфа, без рубахи и даже без крестика на груди. Понимал, погрузившись по шее, по подбородок, что вот эти 15 шагов он в себе несет стержень сказки, печаль и страх своего народа. А потом погружался по маковку. Вот и все. Вот и все, мой хороший, прости. Никакой морали. Всю мораль навязали позже, чтобы прикрыть все, что мы тут с тобой напортили и набрали. Всю нечестность, бесчеловечность нашей игры. И неважно, в какой ты позе, стоишь ли гордо, или вязнешь и отплываешь, не в этом суть. Твой единственно верный сюжет подступает к горлу. И не вскрикнуть уже, не дернуться, не вдохнуть. Эпиграф. Уважали дядю Степу за такую высоту. Шел с работы дядя Степа, видно было за версту. Автора, надеюсь, говорить не надо. Степан просыпается рано, после 7 не выходит спать. Встает, стопкой книг подпирает продавленную кровать, идет умываться, в проеме дверном не застряв едва. Решает не бриться, зачем, весь день в дому куковать. Стоит у конфорки, согнувшись, накинув пальто из драпа. Как холодно, господи, а ведь уже середина лета. Квартиры в старинных домах бывают похожи склепом. Степан хочет сесть на стул, но, подумав, садится на пол. Вчера приходил репортер. Микрофон на манер тарана, хотел скрыть долголетие, обстоятельства смерти сына. Секрет. Ответ, как живется в бывшем союзе бывшему великану. Степан бормотал бессвязно, сидел пустым манекеном. А что тут расскажешь? Автору приспичило сдобрить поэму пафосом. Мол, будет герой жить вечно. Вечно. Попробуй сам. Сегодня мутно и тихо. От пола ног не отнять. Согреться бы как-то, убить бы еще полдня, часов до 6. В 6 обычно детишки приходят, их дверь занят. И тащат его во двор, показывать очередных щенят. И вечно им нужно снимать с березы какого-нибудь кота. И виснуть на нем, просят, на плечах покатай. Но самое главное, они ему не велят сутулиться. Степан выдавливает себя из сырой квартиры на улицу. Степан расправляет плечи, вытягивается во весь свой огромный рост. Степан становится выше заборов, выше вороньих гнезд. «Деда, а можешь достать до звезд?» «Нет», — говорит Степан, — «только до третьего этажа». И смеется так, что во всем квартале стекла дрожат.
Я был, конечно, бездельник Том. Не самый удачливый из котов, умеющий вляпаться, как никто, в какой-нибудь переплет. Ты будешь Джерри, грызун и дрянь, известный умением вкинуть в грязь и изворотливостью угря, коварный, как первый лед. Мы будем жить для отвода глаз в каком-нибудь Хьюстоне, штат Техас, и зрители будут смотреть на нас с 5 часов до 6. Ты выдираешь мои усы, я сыплю мышьяк в твой швейцарский сыр, и каждый из нас этим в общем цирк. Но шоу должно идти. Весь двор в растяжках и язвах ям. Вчера я бросил в тебя рояль на весь подтекст, будто мы друзья, а это все суета. Нам раз в неделю вручают чек, жаль, сценарист позабыл прочесть, что жизнь мышонка короче, чем жизнь кота. Надежда сменит смешных гримас, в прыжках и хитром прищуре глаз, в отсутствии пафосных плоских фраз, в азарте, в губе, в стрельбе. Сбрасываешь на меня буфет, кричу от боли, кидаюсь вслед, бегу. И вроде бы смерти нет, а есть только бег. Выходит конферансье, говорит невнятно и длинно. Если вкратце, сегодня у нас малыш Чиполлино. Но прежде чем мы его нашинкуем и будем есть, он прочтет нам сцену другую из собственных пьес. Выходит некрупный лук, невзрачный, слегка нелепый, смотрит в гудящую тьму, сощурившись слепо. В неловком поклоне сгибается до земли, срывает с себя коричневый хрусткий лист. А следом второй и третий. Яростными рывками. Многим хочется отвернуться или там бросить камень, что угодно, только чтобы он перестал. На нем остается 2 золотых листа. Последняя, тонкая, бесполезная кожа. Он делает паузу. С треском срывает и эти тоже. Стоит обнаженный, бледный, как больной или пленный. В электрическом свете, в шелухе, по колено. И вот тут уже все ревут, растирая по лицам слезы. Даже снобы бобы, капризные вишни, надменные розы. Испуганные картошки закрывают детям глаза. Томатов тошнит, огурцы покидают зал. Хозяин зала – почтенный старый редис. Мрачно курит закрытые ложи и смотрит вниз. Испортил вечер, писака, вечно снимет этот разворот. Все, никаких больше луковиц, только клубничка и виноград. Все, спасибо.